8 августа в Татарстан прибыла представительная делегация бизнесменов из Японии во главе со специальным советником премьер-министра Японии господином Эити Хасегавой, чтобы принять участие в Татарстан-японском деловом форуме. В Доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча делегатов с президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. В числе участников был ректор КФУ Ильшат Гафуров. На совещании обсуждались вопросы о дальнейшем сотрудничестве. Некоторые японские компании уже давно работают на рынке региона и успешно реализуют проекты в нефтехимии, в нефтепереработке и в других отраслях. В качестве партнера Казанский федеральный университет предложил японским бизнесменам создать совместный образовательный центр. Более того, Казанский университет вместе с научно-исследовательским центром РИКИН создал проект по физике, химии и медицине. Подобная презентация данных проектов прошла и в Музее истории Казанского университета. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский коротко, но содержательно рассказал о том, какими именно проектами занимается Казанский федеральный университет. Делегация Японии посетила симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии. Гости оценили самые современные средства и технологии обучения – тренажеры, роботы-симуляторы, манекены-имитаторы, электронные фантомы, модели муляжи и другие интерактивные компьютеризированные оборудование. К слову, благодаря сотрудничеству Японии с Казанским федеральным университетом подобный симуляционный центр существует и в университете Джунтэндо. Регина Фахрутдинова, Рамиль Бикбаев, Универньюз.